Desert Eagle. 10 рублей в день. Как, сука. Итак, вышла новая потасовка на этой неделе. Вот я еще не играл. То есть у меня вообще 0 игр. Я еще и под сундук этот за первую победу не взял. Сейчас вот как раз посмотрю тоже. Вот, осталось 3 дня. Вот первый раз открываю. Хотите вкусить толику сил древних богов? Выберите класс, и мы расскажем о том, как сражаться с героем этого класса. Так, у меня квест на разбойника, кажется, есть. 3 победы разбойником. То есть надо разбойника брать. Разбойник. Так, вот. Я разбойника пикнул против Рексара. Вот я понятия не имею. Ух ты. Эх, мне бы так жалко, у меня таких карт нет. Мне бы Энзот или хотя бы Сильвану Ветрокрылу. Жаль, у меня таких карт нет. Ну так сделаем, потому что слишком дорого. Вот мне бы такие карты, а. Ксарил. Да. Только мне задонатить хуй знает сколько придется, чтобы такие карты выбить. Смело разменивайте своих существ. Многие из них послушали вам в смерти, так что стоит читать жертвы. Ну да, этот у них же предсмертный хрип. Не бойтесь смерти, герои. Ваше существо послушало вам только в жизнь, но и в смерть. Смело разменивайте своих... Ну я понял, понял. Я понял, типа обучающая такая потасовка, но интересно, интересно. Ну да, видите, тут предсмертный хрип как бы у многих, потому да, можно реально смело разменивать. Я уже 7 урона в лицо могу нанести, кстати. Вот потрошение плюс смертоносный яд на оружие. Это уже 7 урона дает. По сути. Ну, сейчас я не знаю, то есть, какая у меня колода. Какие карты будут выпадать. Я не знаю, что у него там. Фаер трапа. Ух ты, нихуя себе, тварь. А. Сука. Ладно, сделаем так. Все равно надо было проверить, что там за ловушка. Все равно надо было проверить. Охотником мне вообще не интересно играть, то есть охотником я и не буду. Мага, друид, чернокнижник, вот, да, то есть разбойник нормально, а за других мне не особо интересно. Так, так, так. Угу. Мне нужно оружие. А, оружие нужно. Давай начнем. Давай вот так сделаем. И все, собственно говоря, вот так. Мне надо бы все-таки собирателя сокровищ, наверное, поставить. Опрометчиво, опрометчиво. Я могу даже убить ударом в спину, по сути. Давай я Ксарила поставлю. Вот так и в лицо ударю. Токсин кровопийки. Вы возвращаете ваше существо в руку. Оно стоит на 2 маны меньше. Неплохо, то есть я могу Ксарила вернуть и еще раз заюзать. Ну нормально, нормально. Заебал он этими пауками могильными. Так, я там альтабнулся на секунду. О, Сильвана. Ну, Сильвана это для контроля стола, я так понимаю, нужна. Так. Так. Хочешь продегустировать? Я хуй знает, разменяюсь. Токсин огнецвета наносит 2 единицы урона. Ну, то есть я могу даже в лицо, наверное, бить. По сути, у меня тут комба есть неплохая, чтобы в лицо ударить. Потрошение. Токсин огнецвета. Смертоносный яд. То есть я могу прям в лицо бить.
Интересно, ну да, неплохо. Ну, в принципе, он правильно сделал. Темная чародейка, вы кладете в руку один-один копию вашего выбранного существа. Вот, бля, я мог же копию Сильваны положить, блядь. Ладно, давай это. Пиздец, у меня тут, кстати, я комбу могу неплохую в лицо прописать. 2 единицы урона. 6, 9, 13. 13 урона могу в лицо сделать, но для этого мне маны нужно. Знаете сколько? 3, 4, 6. Мне 6 маны нужно, и я могу в лицо просто прописать вот дохрена урон. Вот тварь. Звери предали меня. Интересно, у меня есть веер клинков или что-нибудь такое? Так, скоро у меня рука уже переполнится. Блин. Вот это вот хреново, потому что... Хреново это. У меня даже массового урона нет, то есть... Интересно. То есть я не могу даже стол зачистить. Хотя, почему? Я ж могу... Ударом в спину, ну... Да, ударом в спину. Давай начнем. Вот так. Ну хер с ним, пусть так пока. Я, кстати, могу сейчас раскаст в лицо ему сделать, конечно, убить. Ну не убить, а просто раскаст в лицо сделать. Тихоступ черного железа, кстати, неплохая карта тоже. Вот долбоеб. Сука. Нет, раскаст пока откладывается. Похилимся. Давай начнем. Вот, то есть в следующем раунде уже могу прям в лицо походить, если все нормально будет. Ни хрена себе, 5-5. Что-то мне кажется, жирновато как-то 5-5. Ни хрена себе. Так. Так. Интересно. У меня нет массового дамага. Вот если бы массовый дамаг был какой-нибудь. Например. Так. Интересно. Что если, например, вот так сделать? Вот вернуть в руку, да? И еще раз вот этого поставить, чувака. Мне надо решиться. И потрошением добить, не лагай, блядь. Эх, жалко, а я хотел в лицо бить ему потрошением, ну ладно. Сука, лагает. Не знаю, почему лагает, если честно. Вот мразь, я хотел ему в руку всем этим бить, точнее в лицо. Ну что ж, неплохо зачистил, во всяком случае. Ну да, тут я уже проиграл, то есть это я, в принципе, несколько ходов назад понял, что я тут уже не выиграю. Да. Это очевидно. Просто он существо за существом ставит, он даже не разменивает столом, тут не выиграешь никак.
Опа-на. Зачистил, ебать. Еще и предсмертный хрип взял у зараженного Таурена. Ну так, ну не, неплохо, неплохо. Мне чем нравится потасовка, то что тут... можно квесты выполнять очень легко. Ну, так себе энзот. Хреновый энзот. Давай сделаем так. Так, в лицо что ли бить? 5, 8, 11. Да, пойду в лицо. Правда, тут ни хрена не летал, но все равно. А, нет, летал. Почему не летал? Эх, если бы у меня такая колода была, то я бы давно уже на легенду поднялся. Так. Вот мне дали пак за победу. 5 легендарок, пожалуйста. Паладином я не играю, жрецом я не играю, я ж не петух какой-нибудь. Тропическая пантера, вот неплохая карта. И высокогриф, ну для, да, для охотника, но я за охотника не играю. Короче, вот одну карту только нормальную достал, тропическую пантеру. Так. Еще одну победу. А, ну друидом или разбойником? Ну да, теперь можно друидом. Так, пикнул друида. Играю против друида же. Очень плохо, вот я. Я такое не люблю на самом деле. Против самого себя играть. Ну неплохо, неплохо, окей, пусть так. Озарение. Еще и монетка. Можно сразу бойца из Дарнаса поставить. Да, хреново против самого себя играть. Воспользуйтесь дающими ману заклинаниями друида, чтобы призывать древних богов пораньше. Да у меня даже ни одной легендарки тут нет. Вот так сделаем. Да, хреново. Ну тут я либо проиграю, либо ну неинтересно играть, во всяком случае, против самого себя. Бред. Вот, вот, он то же самое делает, что и я просто. В чем интерес? Ух ты, у меня чё, Ктун в колоде есть? Зачем мне предельщик Клакси? Так, 3 единицы урона. Ну давай. Да, вот так. Ты слышишь его зов? Да, у нас походу у обоих Ктун колоды, ну да. Ктун друиды. Так, вот так можно сделать. Сколько у меня? 9-9 Ктун. Мало, надо 10. Да, вот так в лицо пока пойдем, пока провокация все равно стоит. Я не помню, а сколько у меня голды. Я, получается, еще один пак смогу купить, открыть, если сейчас выиграю вот эту игру. Выполню как раз дейлик. Тоже мне Ну так у него, да, у меня, конечно, помощнее рука. У меня помощнее рука. Если атака вашего Ктуна 10 или больше, не, у меня пока, не, у меня пока мало. Так, сделаем так. О, во, я могу даже вот это применить, 2 единицы урона.
На нахуй. Еще мне очень нравится есть карта у друида 8-8 провокация. Я пиздец, вот это просто имба 8-8. Так. Это ты, повелитель? Ну слушай, я могу сделать вот так. Я думаю, я два саженца все-таки призову. Так, заметьте, я поставил бойца из Дарнаса еще на первом ходу с монеткой, да, или когда там. И он у меня до сих пор стоит, то есть 5 ходов уже получается, 6, да. Сука, вот я как знал, что не надо ставить эти корни вонючие, блядь. Вот я как знал, что не надо их ставить, ну ладно. А я не помню, у меня... А ну-ка. О, отлично. Отлично. Во имя Луны, во имя природы. Предельщик Клакси 4.10. Ну нормально. Да, если бы у меня были такие карты, то я бы давно уже к легенде подходил, но, к сожалению, надо дохуя донатить, чтобы такие карты выбить. Да, походу у чувака нету карт нормальных, судя по тому, как он ходит. О. Ты слышишь его зов? Сюда. Давай, давай. На нахуй. Слушай внимательно. Нормально. Я его с самого начала просто обгонять начал по мане, по кристаллам маны. Потому так сразу вперед пошел. Сука. Но это особо ничего ему не даст. Жалко, что у него 4 карты, а у меня 0 карт в руке. Вот, вот это хреново, конечно. Угу. А похуй, у меня тут 4-9, и он ничего сделать не может. Так, интересно, где мой ктун все-таки? Просто в лицо буду бить. Уже не имеет смысла тянуть. Интересно, где мой ктун? Вот, сука, броню поставил. А то бы сейчас летал был. Вот мразь. Ну, само собой, все в лицо. Уже на 15 ктун. У меня, кстати, есть золотая карта, вот этот сумеречный предок. Ну, правда, я ктуна колодами не играю все равно. Вот-вот начнется симфония ужаса. Бля, вот все, летал, что он тянет? Я сдаю. Отлично. Выполнил дейлик. Хорошо. Хорошо. Да, я могу купить пак. Правда, я могу чуть на арену еще подкопить пойти, но арена это такое на самом деле. Да, наверное, подкоплю уже на арену. Ладно, вот как-то так, новая потасовка. Новая потасовка, новая жизнь.